Так, что тут у нас? Ага, напакостили. Смотрим. Так, еда есть пока. Чистоту наведем. Коровы. Так, навоз нам для теплиц надо копить. Жидкий навоз пока продавать надо. Больше некуда девать. Молоко тоже пока продавать. С деньгами напряг. Так, дальше что у нас тут? Надо сейчас... коровам приготовить еды побольше. Надо заняться полем, покосить траву на продажу. Надо хоть уже какие-то деньги, хоть небольшие. Это все минус, минус, минус. Так, хватит с вас. Так, надо на ферму шуровать. Так, где у нас, что там в саду у нас творится? Фруктовый сад, 41%. Ну это вообще что-то медленно. Так, а что там, теплицы? Навоз ждем, вода есть, топливо надо и поддоны. Топливо и поддоны. Так, ну ладно, пока навоз ждем. Сейчас надо с коровами разобраться. Раскрутить коровник маленько хоть. Уже на своем корме. А тут на покупном как-то смысла нету. На поле траву можно косить, надо посмотреть, что дороже стоит. Ну там или сено, или силос. Что-то вот надо выбирать. Ну для силоса надо покупать упаковщик. Да. Тюкосборщик, ой, тюковщик и упаковщик в одном. Он сколько стоит сейчас? Я даже не знаю. 1070, наверное. Ну-ка, где это все находится? Так, вот он, 76 тысяч. Но если я его сейчас куплю, то останусь ни с чем. Ладно, у нас пока там есть. Вот трава-то уже готова, наверное. Урожай созрел, но ее надо, чтобы еще немножко настоялась она. Побольше было, масса ее. Так, удобрено, все нормально. Вот как посмотреть? Известь. Известь, как посмотреть? Известь. Состав почвы. Где известь? Что-то вроде как есть. Ладно. Коровушкам. Нет. Коров надо докупать. Сейчас им еды навалим там побольше. Докупим, чтобы производительность подросла маленько. Навоза мало еще. Пока что. Так, а надо же... А где у нас этот... кормосмеситель там, ничего брали, нет? Я уже не помню.
Вон он стоит. Ладно, машину убрать отсюда подальше, чтобы не захлестнуть чем-нибудь. Так, так, так. Сейчас главное правильно приготовить. Я не знаю толком, как готовить-то ее надо. Так, состав же надо смотреть. Ну-ка. Так, солома есть. Теперь надо сечки и сено. Так, сено. Сколько вот его насыпать, не пересыпать бы еще. Стоп пока. Так, где наш тракторочек? Так, кстати, он готово, нет? А то я собрался делать. О, нормально. Как раз созрело. В дальнейшем, наверное, тюки надо будет делать. Может, удобнее будет, я не знаю. Новичок я в этом деле. С коровами, со всякими. Да, тесновато здесь, конечно. Так, ну силоса, я думаю, много не бывает. Да, еще надо. Так, а что, ее уже включить надо? Запустить двигатель. Ковшик, конечно, маленький. Но я думаю, сейчас приготовим его, надолго хватит. Хотя, если коров побольше взять, то может и ненадолго. А в тюках я даже не знаю, сколько там надо. Солома-то, наверное, один. Хотя зачем тюки у меня, если есть сарай? В тюках только можно, наверное, этот силос. Вот, уже выравнивается. Нормально. Еще надо сыпануть. Тут главное это дело все не испортить. Первый блин всегда комом, да? Если что, отмазка такая будет. Глядим. Так, а сколько вообще заполнилось? Надо половину тут. Что-то я соломы-то боюсь больше кидать. Надо еще силоса.
Там кнопочку как нажмешь, как посыпется она. Лучше силоса побольше сначала накидать. Вот была бы машина эта, которая с земли собирает сама, вот удобнее было бы. Раз, подъехал на ней, собрал. Сколько надо. Ну, в будущем-то, конечно, надо брать. Сейчас только продаваться что-нибудь будет. Много чего надо, конечно. Так, еще можно. Да, не быстрая. Надеюсь, им хватит надолго. Сколько им влазит в коровник-то? Моносмесь. О, да тут много надо. Еще вот с этой мешалкой трактор приходится задействовать дополнительно. А самоходная сама там все мутит, крутит. Так, зачерпнуть сразу надо еще. А, сено, кстати, вот же еще есть, можно полковшечка. Я не понял, там было в ковше, что ли? Так, лучше посмотреть, конечно. Ага. Так, ну, уже больше половины, в принципе. Да, солому уже можно добавлять. Сейчас ложечку этого. Ложечку того. Наверное, поле это под траву так и останется потом. Что туда сажать, я не знаю. А трава нужна. Также и продавать можно. Какая разница. Если коровник расширять, то ее много надо, травы будет. Силоса много надо заготавливать. Вот с соломой, конечно. Из-за соломы надо будет что-то сажать. Ой-ой-ой, там бы не перебросать. Что, все высыпал? Ну-ка, перестарался, нет? Да нет, нормально вроде. Моносмесь пишет. В принципе, ковшечками-то удобно. Еще можно ковшечек забубенить. Ну, вроде нормально. Даже еще маленько можно добавить. Страшно, конечно. Но можно. Пусть лучше так, соломы, наверное, побольше. И все-таки чего-то еще там другого. Страшно. Ладно, еще маленько.
Так, что это за кусочек тут валяется? Так, пока еще моносмесь. Ничего, сюда еще добавить. Сено добавить надо. Сено. Вот. Че, все полное? Ну хорошо, хоть получилось моносмесь. Это что, ее 16 тысяч? Нормально. Что, коровушки? Ням-нямка вкусная пришла. Так, откуда сыпаться это будет? Типа распределим. Ну-ка. Еще не хватит даже, наверное. Уже зелененькая стала. Все. Нормально. Ну я еще один потом приготовлю. Потом, пока уже ладно. В принципе, что, пусть там и стоит, наверное. Будет время, приготовлю. Сейчас не буду зацикливаться на этом. Есть пока у них. Все нормально. Все, самое главное, моносмесь есть. Так, что там с чистотой-то? Чистенько, нормально. Так, отдыхай пока. Так, а что если продать-то здесь можно? Так, цены какие? Цены. Так, вот силос. 260. Это за 1000, да, наверное, литров. А там сколько? 1000. Так, а где покупают-то хоть? Так, силос. Агробизнес. О, возле магазина, нормально. Может продать кузовок? Грузить долго. Так-то и бабулесики нужны. Так, один трактор надо.
приготовить под траву. Так, а с травой-то что делать? Пока сено, под сено замутить. Что там дороже? Из травы. Так. Или купить все-таки этот. За 70 тысяч. Даже не знаю. Так, сено. Сено вот. Ух ты, ничего себе, 89. Это, наверное, максимальная была, уже вниз пошла. Хотя, может и нет. По-моему, я за 100 с лишним видел что-то сено. Так, что ж делать, что ж делать. Но все равно пока накосим, уже поменяется все. Так. Ладно, надо сначала себе запасти. Сено или силос? Сено или силос? Может купить все-таки, что-то вот хочется прям купить. Упаковщик этот крутой. Упаковщик хороший. Ну 76 тысяч. Мы уже потом ничего купить не сможем. Ох, еще же коров надо покупать. Точно. Так, пока здесь. Коров, коров. Так, а на чем ехать-то? Где автомобиль-то мой? Я уже и не помню. Где его оставил-то? А, он возле магазина, автомобильчик. Возле магазина. Я же там за топливом собрался. Да. Так, это там что горит мне? Агробизнес. О, а почему он в другой стороне горит-то? Так, это что такое? А, это я сено смотрел, наверное. Ну. Так, ну что же делать-то? Ладно, поехать. К магазину на тракторе купить. Так, или на чем можно притащить-то его? Ладно, на тракторе. Ух ты, надо маленько подремонтировать, мне кажется. Подсмазать немножко. То где-нибудь встанет. Починить. О, уже 150. Да. О, нормально. Так, там ничего, надеюсь, не понадобится. Противовес там всякий. Блин, долго на тракторе, мне кажется. Так, ладно. Придется не по-настоящему.
Магазин. Упаковщик тюф, обращать тюки фольгой. Это, да. Настроить. О, цвет фольги даже можно. Нормальный цвет. Так, купить. Вот это ценная вещь. Так, бочка еще. Так, а мы, да я, наверное, этой фигней не зацеплю. Не зацеплю. А мне должен, тут нормальное крепление. Так, а как же бочку-то тогда? Может, бочкой зацеплю? Ох ты, не в те ворота въехал, ну ладно. О! Ну-ка. О, нормально. Ничего не закусывает, надеюсь. Ну-ка. Что-то с бочкой там не то творится. Это она там посерединке, бедная. Или это почему-то проехала она? Нет, она так и едет почему-то. Закусывают ее. Тянет, видать, сильно это. Тяжеленная штуковина. Ну ладно, доедем как-нибудь. Надеюсь. Непонятные дела какие-то, ну-ка. На глючие машины ездят. Ладно, не буду разгоняться, а то упрыгает куда-нибудь. А так хочется. Ладно. Ох, денег, денежек-то осталось-то вообще. Надо точно что-нибудь продавать это. Это вообще ни коров не возьму. Ничего. Коров мало, будет мало навоза. Теплицы не запущу. Оп, поворачивай, поворачивай. Так, а там что-то пятна какие-то, старая трава растет. Так, доставочка.
бедная бочка, ты свободна. Давай. Уже нормально езди. Так, ну здесь, наверное, топливо дорого заправлять. На заправку ехать. Да и топливо пока, ладно, подождет. Я же хотел за животными, по-моему, следить. Надо куда-то от этой техники отдельно ставить. Прицепы. Тут же гаражи шикарные есть. Я не пользуюсь. Ангар такой большой. Гараж, это, наверное, когда-нибудь Land Cruiser куплю. Так, вот здесь убрать. На один край комбайн этот. С того края можно прицепики ставить. Так, а до скольки же там работает торговец-то? Надо успевать. Ну, нормально тут все. А животных надо ремнями пристегивать? Нет? Так, а сколько здесь влазит-то? 7? Вроде бы 7 коров. Так, а какие коровы-то у нас? Брать уж одинаковых, чтобы не путаться. Да, вот 7 коров. Серая. Бах. Бахрам какой-то. Опять растраты, растраты, растраты. Ну ничего, сейчас силос. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Забубеним. Так, хозяин поля не видит, надеюсь. Так, у меня же там что-то повыше поднимается. Да? Так, ну сейчас коров взять и можно травой заняться. Так. А чё, куда я еду-то? Надо же вон туда ехать. Так, а сюда же можно, наверное, сено продавать, да? Так, открыть меню их животных. Вот наша, наш экземпляр
серая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Лишнюю бы не взять, а то бедолага. А кстати, если нажать лишнюю, куда она денется? О, провис даже этот. Телега. Так, а что там ремни-то? Оп. О, я их пристегнул. Не задохнулись бы только. Хорошо, дорога прямая, без всяких там блужданий. Вообще местность хорошая. Запоминается легко здесь. Поля ровные. Вообще тут красота. Вон горы какие. Эх. База такая отличная. Тут хорошо ей заняться. Так вот здесь, кстати, и семена можно делать. Там он. Навоз какой-то. Так, чё, куда я? Ну давайте домой. Так, никого не осталось, там присыпет. Четырнадцать, все нормально. Приплода пока нет. Вот сразу еще прибавилась тут шкала. Теперь еще больше надо корма. Да. Так что продавать еще хрен знает, получится не получится. Так, удобно. Рецепт обратно. Прицеп теперь к газону не относится. Газон у нас теперь бортовой. Кстати, можно будет выполнить там что-нибудь опять. Опять попытаться. Все никак не получается. Контрактики. Ну тут в принципе суммы-то небольшие. Вот это, наверное, огромное полище, раз цена такая. Ну, для удобрения у нас, кстати, своя есть. Любым удобрением можно. Еще целая бадья удобрений. О, так еще и награда может снизиться, если не своим. Там вообще ничего не заработаешь. Так, второе поле. Ой, какое оно кривое-то, всякое разное, да? И большое еще добавок. Ладно, на это я пока не заглядываюсь даже. Где трактор?
Ах, еще же газонокосилка у нас. Блин, плохая. Где она? Вот она, застревает же постоянно. Так, куда я трактор дел? Уже опять забыл. Так, ну ладно, трамвай потом займусь. Или нанять кого-нибудь, даже не знаю. Ох, пикирует как. Кыш. О, ходят тут. Бродят. Так, а вот и тракторок. Гаражик-то хороший, конечно. Погодка хорошая.